Соревнования собрали лучших спортсменов из 6 регионов России. Самая многочисленная команда – Одинцовская. Одинцовский район представляет команда из школы «Дюжгорки-10». И количество участников – 55 человек. То есть это самая большая команда. Участники продемонстрировали мастерство ката – это индивидуальное исполнение базовых приемов, и кумите – сражение двух бойцов. Для большинства участников карате не просто хобби, это философия жизни. Быстро решение принимаешь. Ну, живешь по жизни легко, то есть не обращаешь внимания на какие-то минимальные проблемы, да даже на большие проблемы особо не зацикливаешься. Среди зрителей было много почетных гостей, в том числе заслуженные тренеры Московской области, а также представители Федерации карате России. Они оценивали, готовы ли Одинцова к принятию более серьезных соревнований. И может быть на следующий год. Мы думаем, что если чемпионат России провести, или первенство России, там, или Центральный федеральный округ, первенство и чемпионат, то уже переговоры идут. Препятствий для проведения таких масштабных соревнований в Одинцово эксперты не обнаружили. Я думаю, готовы, да, все есть, и гостиницы есть, и спортсмены очень довольны. Смотрите, условия, я думаю, что в области мало где есть такие условия, в Московской области. Одинцовские каратисты на хорошем счету. Некоторые из них даже выступают за сборную России. Вот и на этих соревнованиях наши бойцы не подвели. Команда «Горки-10» в общем зачете заняла второе место. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».